Какие суставы вас беспокоят? Больше на данный момент беспокоят коленные суставы и кисти рук. Коленные суставы в покое или при ходьбе? В любом положении. Давняя проблема с суставами. Один сустав у меня эндопротезирование, уже на коленный сустав заменен. Но остальные так вот болят. Артриты, они по своей структуре достаточно многообразны. Есть различные виды артритов. Ревматологи занимаются тем, что должны дифференцировать каждый вид артрита для того, чтобы назначить правильное лечение для достижения цели. Наша цель – это ремиссия. Пациентов начинает беспокоить утренняя скованность, слабость, утомляемость, снижение массы тела, боли в суставах, припухлость суставов. Сейчас вот ежемесячно я ложусь. Укол раз в 4 недели ставится. Подобрано, что вот эта периодичность, месяц, вот как-то она позволяет более-менее себя чувствовать нормально. Вначале пациент начинает получать базисную противовоспалительную терапию таблетированными препаратами. Если нам не удается держать контроль над заболеванием, эта терапия усиливается, назначаются в зависимости от диагноза, назначаются и капельницы, и в дальнейшем укол. Мы изучаем клетки иммунной системы. Дендритные клетки у пациентов со спондилоартритами, ревматоидными артритами. Мы пытаемся найти механизмы, которые можно было бы определить у человека заранее, в результате скрининга какого-то общего, и предположить, например, что у него будет риск развития артритов. Так мы можем выделить пациентов, находящихся в группе риска, и в дальнейшем уже их более плотно обследовать, более подробно, что может привести к выявлению болезни на ранних стадиях, раньше начать лечение, лучший исход.